sonido.
confiscate the money. Fresh ground. Что можно сказать про соперника по инхенству? Почему так получилось? Ну просто команда собралась им наконец-то и решил сделать мне подарок на день рождения. Спасибо всей команде. Вы молодцы. Кстати, Евгений, как вы могли понять, это именно по этому поводу открыл вас интервью. Поздравляю вас с днем рождения, желаем всяческих побед, развития национального, чтобы состав всегда собирался. В Рик Шпанов уходим из группы, да? По-любому. Вот. А еще раз поздравляю. Соперники, держитесь. Да, какие цели остались сейчас сезона у вас? Что, бороться за первое место? Отлично. Спасибо. Спасибо. Удачи.